Всем большой привет! Сегодня хотела показать вам еще одну вещь из Китая, которая уже лежит с древних времен у моей сестры. Посылки сейчас идут, мало мне идет посылок, на самом деле сейчас мне мало заказывали, и они что-то долго идут, ничего нет. Еще их забыла дома, тоже бывает у меня. И я хотела показать вам то, что у моей сестры, то есть было уже давно, это такая вот вещь, которая называется хайрагами. Эти наборы были заказаны с китайского сайта AliExpress. И если я найду на них ссылочку, если я найду вот по этому названию их на сайте AliExpress, то я оставлю ее внизу. Честно говоря, я даже не знаю, сколько они стоили, но подозреваю, что недорого. Здесь, конечно, написано $60 цена. Но заказывали их несколько штук, они тогда были заказаны лотом, и, наверное, это было недорого. Вот, сейчас я вам покажу, что входит в состав этого набора, но хочу сразу показать. Здесь написано бонус, 3 бесплатных подарка. Первое это DVD, второе это такие карточки, на которых нарисовано, как можно, какие делать прически, правда, там ничего не понятно, надо DVD, наверное, смотреть. И travel кейс, то есть кейс для путешествия, но вот кейса тут нет почему-то. Я уже просто смотрела, кейса нет. Здесь еще на обратной стороне нарисовано, что входит в состав. Я хочу вам показать, как это все выглядит на самом деле. Вот мы открываем, и здесь такой лежит пакетик, в котором сразу видно диск, карточки и какие-то малюсенькие такие пластмассовые принадлежности для волос. Поэтому думаю, что на самом деле они стоят недорого. Диск я еще его, честно говоря, не смотрела и не знаю, наверное, не буду смотреть. Вот такие вот карточки Hairagami Products. Но на самом деле здесь нифига не понятно мне, половина из них, по крайней мере. То, что самое простое, вот это тут хорошо нарисовано, понятно. Но есть вот такая вот прическа обозначена, и здесь ничего не нарисовано. Наверное, надо смотреть на диске, может быть, здесь просто не хватало места для того, чтобы нарисовать все этапы построения данной прически, и они просто написали что-то тут, наверное, на диске. Ну вот Софистер Твистер, который рекламировали давным-давно, не знаю, в каких 90-х годах, это я знаю, как делать. И все такие причесочки. Я хочу вам показать, что здесь входит в состав. Здесь такие вот есть 1, 2, 3, 4, 7 штучек. Все они завернуты в бумагу. Мы сейчас с вами их откроем и посмотрим, что же. Ну вот эта штучка. Вот это мне знакома, по крайней мере. Хотя нет, она немножко другая. Я даже не знаю, она заворачивается в две стороны. Смотрите, какая вещь. Так, это первое, что у нас здесь есть. Дальше, что есть в этом наборе? Я даже что-то не представляю, как можно с такой штукой что сделать для волос. Так, второе, это... Ха-ха. На резиночке две такие вот закрепляшечки. Ну да, с разных сторон, наверное, волосы надо закреплять. Не знаю, что такое, что-то выпало отсюда какая-то. Вроде ничего не сломалось. Так, такие штучки. А, вот такие штучки здесь есть. Здесь есть вот эта вот вещь. Не знаю, что это такое, потому что сама первый раз распечатываю. Они до этого были запечатаны. А, это какая-то интересная заколка, которая раз делает, два и три. Тут надо... Меня кто-то кусает, простите, я почешусь немножко. Просто третий раз не могу сделать. Тут надо как-то... А, вот так вот. Раз. Ну, я так представляю, это хвостик сюда, потом хвостик обратно, потом хвостик еще сюда. Так, скорее всего, да, ее нужно сделать. И такая прикольная объемная прическа может получиться. А, вот это типа ножниц, но не пластмассовые, которые помогают разделять все на кривой пробор. Я уже смотрела там в описании. Смешная такая штука, кстати. Но она ничего не стрижет, естественно, просто ножницы типа такие. И что еще здесь есть? Еще какая-то штучка. А, тоже по типу той, только уже вот так вот все распределяется, да. Наверное, снизу надо начинать, потому что тут они сцеплены так прикольно. В общем, вот такая тоже елочка, не знаю что. Интересно, кстати, они так вот закреплены в виде, держатся немножко, не знаю, как на самом деле, что будет. Еще что есть в этом наборчике. Кругляшечки какие-то, две штучки, вот такие две кругляшки. Я тоже смотрела, делают тут что-то типа кучки, и потом так как-то вставляют и закрепляют. Вот в этих очищаниях я смотрела. И последнее, это такая вот вещь. Это какие-то металлические заколочки. Кстати, для лета, наверное, они не очень подойдут. Ага, о, какие штучки.
типа шпильки, но такие вот интересные в форме W буковки. Вот, это то, что входит в состав этого набора, я вам кратенько сейчас показала. Девчонки, надеюсь, вам понравилось это видео и вам было интересно, что можно сделать из такого набора. И я хочу еще объявить у себя на канале один небольшой конкурс. Такой набор хайрагами я хочу разыграть среди своих подписчиков. Если вам интересно участвовать в этом конкурсе и вы хотели бы получить такой набор для освоения техники таких достаточно простых причесок, хайрагами китайских причесок, не знаю чего, ну, естественно, не китайских, а известных простых причесок, наверное, во всем мире, то вы должны сделать вот что. Вы должны быть подписчиком моего канала, и я попрошу вас подписаться на мой второй канал, ссылку на который я укажу под этим видео. Это канал с влогами, на котором будут располагаться мои влоги. Ну и там интересные еще какие-нибудь моменты тоже будут. Там, кстати, может быть, что-нибудь о китайских вещах тоже будет, но немного, наверное. Значит, на этот канал и на второй канал, пожалуйста, подпишитесь. Вы должны оставить любой комментарий под этой видеозаписью, и вы должны быть жителем Российской Федерации. С момента выхода этого видео через 2 недели будут объявлены результаты. Просто я думаю, что будет, наверное, не очень много желающих, и чтобы поднакопилось хоть какое-то количество, пусть этот конкурс продлится 2 недели. Если в течение 2 недель выигравший человек у нас не объявляется, включительно, пусть будет это 14 дней, включительно последнее число, не объявляется, то мы будем переигрывать результат, потому что по прошлому конкурсу я до сих пор не могу связаться с выигравшей девушкой, она не оставила никаких контактов. Если вы не часто заходите на YouTube, то, пожалуйста, оставьте ссылку либо на ваш аккаунт ВКонтакте, либо, не знаю, можете оставить на Instagram или адрес электронной почты. То, чем пользуюсь я, на то я вам смогу написать. Еще раз, давайте еще раз условия, все повторю. Вы должны быть подписчиком этого канала, вы должны быть подписчиком моего второго канала со влогами. Мама, блин, спасите меня. Хайрагами сейчас полетит. Подписчиком моего канала, подписчиком второго канала со влогами. Вы должны оставить любой комментарий, поставить лайк к этой видеозаписи. Вы должны быть жителем Российской Федерации, и вы должны оставить контакты свои какие-то под этим видео вместе с комментарием. Все условия будут внизу в инфоблоке. Пожалуйста, посмотрите, соответствуете ли вы им всем, чтобы участвовать в этом конкурсе. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, до новых видео. Результаты через 2 недели.